Ребят, всем привет! Я только что провела трансляцию в Телеграме со второй попытки. Первая попытка не было ни звука, но я 10 минут говорила. Ребята такие в чате написали, а ей так нормально. В общем, я немножечко переживала, тем не менее, я выдала всю информацию, и я сохранила этот эфир, эту трансляцию, в котором... Правильно? Эфир, да, в котором я сказала про свои мысли по поводу, работаю ли я сейчас проституткой и хочу ли я работать, буду ли я работать. Я там писала все подробно. У меня на это горят глаза. Прям, оу. Вот, так что переходите в мой телеграм-канал, и там есть запись в виде видео. Длительность 9,5 минут, так что не так много времени, постаралась уложиться. Все, всем спасибо и хорошего дня. Пока-пока. А, и, кстати, я буду проводить прямой эфир. Я решила провести его еще раз здесь, на YouTube. Воскресенье. Давайте также 17:00 по Москве. Что еще сказать? Все, буду вас ждать. Эфир предыдущий сохранился, если что, в разделе трансляции. Так что переходите. Всем пока.